Саш. Да. Я бы хотела, чтобы в этом видео мы с тобой раскрыли тему 5 причин завести французского бульдога. На самом деле французский бульдог офигенно подходит всем, кто живет в квартире. Все, кто работает в офисах и так далее. Почему? Первое, это французский бульдог крайне домашнее животное. Он ненавидит непогоду, холод, вот это вот все. Он не любит долго гулять и вообще как бы ему хорошо вышел, пописал, покакал, домой, в кроватку хозяину, самое оно. Второе, он достаточно не грязный, но в плане того, что нету такого стремления, как у ньюфаундлендов, либо лабрадоров, либо тех же чихуахуа, залезать в болото какое-нибудь. Вообще, нет, собака зашла, лапки помочила, если только сосочки воды докоснулись, все, до свидания, я пошла, глубже не пойду. Третье, это достаточно, они немного едят, что очень здорово. Они, в принципе, если их держать на диете, то есть не кормить ничем, кроме корма, что все говорят. То у собаки почти нет проблем ни с кожей, и вообще все отлично. Соответственно, денег на уход уходит гораздо меньше. Четвертая причина, они хреново линяют, ну, то есть объем линьки у них не такой обширный, и волос достаточно жесткий, он не прилипает, как вот подшерстная кучиха, условно подшерстная кучиха, или там как у кошек, вот такое. Они просто падают, единственный минус, они могут в ногу впиться, но вы очень быстро научитесь различать, впилась ли вам волосинка в ногу или нет. И последний, пятый, они очень милые, ну, то есть они с неподдельным таким взглядом. Они что-то делали такое там, типа, в нашем случае, Сара, она такая, и прям в ее глазах видно, типа, вау, ты ко мне обратился, да ладно, и так каждый раз, как первый раз, вот этот вот такой восторг обращения к ней хозяина, прям вот неподдельный, все остальные собаки привыкают и хорошо реагируют, а бульдоги хреново реагируют, и поэтому не привыкают, и это всегда так забавно выглядит, примерно вот такие вот 5 штук.